Опа! Ну что, здравствуй, Бокс. Мы гадали, кто будет. Это все-таки ты. Привет. Здорово. Как у тебя дела? Как настроение? Да нормально, выиграли, это самое главное. Почему так плохо за атаку играете? Вопрос лбом. Почему плохо? Лузовый минимум. Саня, 5 раундов есть. Можно, значит, поесть. Ну ладно, я даже не парируешь, я знаю. Я тебя еще спрашивал. 10-5, хороший ли половина для Вебстерс? Ты такой, ну, нет, ужасно. Конечно. Ну, за атаку... Да нет, на самом деле, мы просто старт проиграли очень сильно. Они там выиграли 5 раундов. Мы по одному фрагу, наверное, в раунде дали. Они почувствовали уверенность. Если бы мы просто начали, ну, то есть сломались и начали играть какую-то другую игру, что вы хотели сделать люди в TeamSpeak, я думаю, мы бы не вернулись. Так мы добрали там свои 2 раунда, наверное, из скольки там оставшихся. Мы горели, наверное, сколько, 7-3, 8-3. Да. Добрали 2 раунда из 5. Ну, выиграли бистики, этого хватило. В принципе, такая идея была. С таким стартом, в принципе, все нормально было, я думаю. Ну, уверенности вы себе точно получили. Надеюсь, ну, мы за вас... Групповой этап с 1-0 всегда приятно, я думаю. Всегда приятно. Так что ждем вас в основной стадии, когда топ-8 будет. Вот там посмотрим. Там будет тяжеловато. Тяжеловато. Вопрос такой к вам. Имеется ли какая-то команда на турнире, которую вам принципиально важно выиграть? Такой просто оппонент за респект. Да нет, наверное, такой команды. Надо идти от игры к игре и просто выигрывать все, что нам дают. Это единственный шанс наш как-то что-то выиграть на этом турнире. Угу. Хотел спросить еще насчет Сахара. Усилил он ваш? Вот вы с ним месяц последний тренируетесь. Я, насколько понял, там у вас волейпопик был. Вот Сахар пришел. Сильнее вы стали с ним? Но мы словили, так скажем, свою волну какую-то определенную. Игроки остальные поняли идеи, которые мы стараемся донести до них. Ну, как-то пока идет, вроде неплохо, да. Вроде Сахар красавчик. Он очень-очень жестко отыграл. Клатч особенно 1-5 сегодня, наверное, у вас в TeamSpeak. Вы обалдели, да, когда он забрал? С теком. На Инферно. На Инферно. Да, там Ace был. Там не 1x5 было, там Ace был, но не 1x5. Ну, не 1x5, там Ace был, точно, я забыл. Честно, Саня, не помню этот раунд. Видишь, какая дисциплина в TeamSpeak? Дисциплина, не помню. Ну, это дефолт для нас, ладно. Вообще, обычный раунд Сахара, чего там такого? Ну, укрепление усиления, конечно, крутое. Ему MVP матча он точно сегодня получил. Согласен. Слушай, а кого ты считаешь, наверное, самой сильной командой группового этапа? Есть ли такая? Но сейчас, секундочку, мне дайте. Ну, тут у нас Вадвин, Аврора, Форвард Гейминг. Там приглашенный кому-то приглашенный на группового. Но я не скажу, что здесь кто-то выделяется по уровню игры сильно. Может быть, по форме назвать кого-то по форме надо, да? Но Nine Pandas в неплохой форме, хотя недавно проиграли К23. Ванвин вроде бы в неплохой форме. Сказать, что здесь кто-то отличается по уровню игры, я не могу. Аврора. Аврора, ну, как будто бы после РМР, я думаю, спад. Они сейчас не на пике, не на своем пике. Ну вот, кстати, будем смотреть. Правильные мысли, на самом деле. Правильные мысли. А давай так пару предиктиков для зрителей. Как ты считаешь, вот следующий матч будет играть Астралия с... Нет, следующий матч у нас Маус NXT против Team Spirit Academy. Кто там победит? Твой предиктик. Team Spirit Academy, я думаю, победит, потому что ребята молодые, очень неплохой КС показывают. Угу. Согласен. Ну и третий матч сегодняшнего дня у нас уже будут играть Астралия с Таиланд против Nine Pandas. Но я оставлю на Nine Pandas здесь. Я с ним не согласен. Ну вот, у нас уже произошел конфликт интересов. В ВК увидимся вечером, кто из нас прав. Хорошо. Спасибо тебе большое, что заглянул там на интервью. Были рады с тобой пообщаться. Поздравляем еще. Успехов вам и еще раз поздравляем. Поздравляем. Красавцы. Увидимся.